Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Друзья, у нас сегодня так день начался интересно. Мы с Натальей, с ее мужем, и ходили, взяли рандеву в офис специальный, где занимается подготовкой документов. Очень все дешево им взяли, сделали по 100 лир, представляете? За человека. Не знаю, может, то, что мы привезли, не имею понятия. Но вот очень хороший офис. Мы сейчас возвращаемся, показываем город, экскурсию такую. Такая улица замечательная, как в Стамбуле тоже есть такие улички. И вот здесь вот в Мерсине Табинкейк-бар. За 99, за 100 лир. 20 лир, скидки, митки, любимый Мерсин, красивый Мерсин. Вот. Там атом-джи делают, атом, сок из фруктов. Что-то еще добавляют, кажется, они туда, такой вкусный он получается. Вот такая у нас прогулка. До Кузмая Варны парад. Вот площадь, где проходят парады в Мерсине. Ермиуч Нисан 23 апреля. Праздник будет здесь, парад. Как, знаете, как коммунистическое время здесь. Мой артист. А вот и наша христианская церковь находится на главной площади Немуту Туркум Диене. Вот здесь проходят парады и церковь, но она работает по выходным. Сейчас она закрыта. Сейчас мы направляемся на набережную. Мое самое любимое место. Смотрите, телефон какой. Вот пришли мы. Самое любимое, самое красивое место. Там лиман, порт находится. Куча яхточек. Здесь гулять. Ашкин пригласил нас на чай с таким видом. Друзья мои, и рыба тоже подорожала. 25 лир порция. 6 рыбинок. 50-60. Видите, балык и кмек 25, было 10. Хлеб с рыбой был 10, сейчас 25 уже. Ну вот, жизнь дорожает в Турции, друзья мои. Солнышко то закрывается, то открывается. Денис. Как же красиво здесь, друзья. Так пахнет вкусно. Цветет какое-то растение, сиреневые цветки. Мы сейчас идем в парк, который открыли. Хотим посмотреть, что там внутри. Вместе с Натальей и с мужем. Потом идем в ресторан на обед. Погуляем, пока аппетит. Такой у нас интересный день сегодня, понедельник. Несложный совсем, а кайфовый. Какая огромная территория. Пустая, эфенди. Стадион здесь раньше был, эвет сойли дым. Здесь, на этом месте раньше был стадион. А сейчас вот сделали такой парк,
Люди выходят вечером. Пикник я пьернар бурада. Здесь нельзя делать пикник. Кафетерия. Там есть и аттракционы небольшие, видите, для деток. Вот. Сколько интересных мест в Мерсине. Вот это что за растение, интересно? Ёлка, по-моему. Да? А, лаванда. А ну-ка. Это наш не цветочек. Боже, как же это вкусно, друзья. Такое все мягкое, прожаренное. Обалдеть. Какие красивые деревни. Наелись мы, напились. Идем лошадки, идем Марину. Марину показывать. Такое время. Хэс-коды отменили, но мы решили пройти через главный вход, а нас не пустили. Проверка сумок. Пришли мы в Марину. Ой, как пахнет парфюм Кокуйор Гюзель. Какая красота, друзья мои, Марина. Идем мы, короче, в Твисте. Показали рыбок, столько рыбок здесь. Супер, понравилось мне. Наталье, им понравилось. Сейчас вы увидели, что в Эпикюле скидки 70% хотим и туда зайти тоже. Друзья мои, дорогие, мы только вернулись домой, уже 5:30, мы были на базаре. Но вы видели, что на той неделе мой муж очень много купил, и картофель, и все, картофель 10 лир килограмм. Я вообще в шоке от цен, которые поднялись за неделю. Вот эту вот я мару, вот какая-то она интересная, да? Просто пример приведу. Она стоит 8 лир. А два раза меньше вот такая. 13 лир килограмм. 13 лир штука. Это случайно нашли вот такую. Может быть, какая-то она другая, но все равно есть. Я вообще в шоке, действительно в шоке, как выросли цены. Огурцы 13 лир. Это то, что я увидела, самый минимум. Вот зелень по 3 лиры. Что дешево на них? Лимоны 2,50. Лимоны 2,50. Морковь 5 лир. Будем грызть морковку. Апельсины. Апельсины 4 килограмма 10 лир. Все, мы больше ничего не купили. Самое главное, салаты. У нас мы успели действительно купить и крупы, и все. Вот, и пряности. Вот такая вот, девочки, мальчики. Обстановка сейчас. На базаре. Ужас, мы так устали. Очень много находили, показали им Марину тоже, но уже не снимала. Показала брендовые магазины, Твист. Погода изменилась. Я только что прибежала, сняла белье, потому что ветерок был один момент какой-то. Сейчас очень хочу кофе и сварю, ладно, кофе мужу и мне. И буду отдыхать, потому что здесь 10 часов мы в движении. Ну, очень хорошо провели время, так плотно поужинали. И я еще злилась, что почему... В меню написано было 50 лир. 50 лир была порция мясная. Они за нас 60 взяли. Салат за 35 лир.
Теперь ничего не надо говорить, никому не жаловаться, потому что цены выросли. Цены выросли, обалдеть. Что будет дальше, я не знаю. У тех людей, кто живет на какие-то на свою только одну зарплату низкую, просто действительно жалко людей, кошмар. А люди, которые приехали сюда и рассчитывают на свои деньги, допустим, которые они там получают, я не знаю, как что будет. Я 13-го иду краситься, дай бог, что все было хорошо. А сейчас вот надо попрятать все, отварю Саре кофе и выпьем с моим мужем кофе, а потом буду заниматься уже делами и отдыхать. Устала, друзья мои. Всем прекрасного дня.